Друзья, я нахожусь рядом с потрясающим специалистом, артистом, настоящим гением современного искусства, создателем бренда знаменитого, как он называется? Бродестино. Бродестино, друзья, это вот женщина красивая, сексуальная, и рядом вторая, это ее подруга, лучшая, ее правая рука. В общем, это люди, стоящие у истоков мирового бренда. И сейчас вы увидите, где создаются шедевры. Мы идем с вами в место, где создаются шедевры. Вот как идут эти женщины, посмотрите. Вот так они идут. Как ходят женщины, создающие мировые бренды. Вот так они ходят. Вот, посмотрите, где мы. Офигеть. Это ж, вот здесь вот все и создается. Очень приятно, виновник торжества. Человек, стоящий у истоков создания бренда. Вот он, друзья. Посмотрите на это мужественное лицо. Собака, стоявшая у истоков создания бренда. Это все люди, которые имели отношение. Ой, запах какой потрясающий. Попугаи, стоявшие у истоков. Как тут красиво. Это просто вообще бомбическая сила. Вот это произведение, стоящие миллиарды. Вот они. Это все миллиардные. Вы получили возможность прикоснуться к истокам, вот готовое увидеть. Причем, чем готовое от неготовое отличаться, невозможно совершенно разобрать. Никто не может. В этом, между прочим, друзья... Это огромная разница, но понимает ее только создатель бренда. Та самая великая женщина. А у вас есть какая-нибудь ненужная вот такая фигня? Я бы хотел забрать домой. Забери. О, супер. Мне только что подарили брендовую хрень. Видали? Вот так усыкается создатель бренда. Вы когда-нибудь видели, как усыкается всемирно знаменитый художник? Вот так он. Ван Гог. Дали, Микеланджело, вот так они усыкаются. С вами был Михаил Пайкин, и это экскурсия. Мы, кстати, делаем бар. Бар? Бар из бочки. Бар из бочки. Настоящая бочка, винная, с запахом, натуральный запах. Я понюхаю. Офигеть, как пахнет! А звук какой! Просто охренительно. Ребята, ну понятно, что будет в описании ссылка на этих ребят. Очень дорого, очень круто. Бренд, сами понимаете, не может быть дешево, очень дорого. Но иметь такую вещь у себя дома, это значит стать человеком.